активно в Марпасадском районе начали осваивать и залежные земли. Глава республики ознакомился с работами на поле, где раньше росли одни сорняки. Когда за дело берутся порядочные инвесторы, дело спорится быстро. Уборочные работы на этом поле в самом разгаре. Аграрии уже сейчас рассчитывают на большой урожай. С одного гектара планируют собрать более 25 центнеров. Для района неплохие показатели. Земли на этой территории не самые плодородные. Глава республики интересовался условиями, которые создали руководители для работы. Аграрии пожаловались только на нехватку механизаторов. Итоги своей поездки Михаил Игнатьев подвел на совещание. Работу местных властей он оценил по достоинству. Социально-экономические показатели в Мариинском Посаде улучшаются с каждым годом.